Ивини Контрица, утверждает Виталий Хорошавин. Видимо, да, видимо, Виталий прав. А Белял так и не приехал. Ай-яй-яй. Как нехорошо, Белял. Почему ты нас покинул и не приехал к нам? Нам тебя не хватает. Ну что ж, это у нас матч за выход, если не ошибаюсь, в финал. Ох, Руфус. Рентау сейчас отхватывает. Очень хороший анблок был. Нужно поменять надписи. Вот, все, теперь все работает правильно. Ой, какой Рентау. Фолка отожрал сейчас. Unblockable попадает немыслимо, как-то попал он этим ударом. О, Саферин не прошел бросочек. И это мы смотрим игру за полуфинал. Пока что один раунд за Руфусом. И это рингаут. Это просто рингаут. Кто-то там дергает провода. 1-1. Посмотрим, сможет ли Фолька победить бывшего чемпиона МФА. Вон, бросочек. Разрыв броска, нет, и паниша. Неплохие миксапы от Фолка. Но вот сейчас будет дамачок от Руфца. Вейкап. Обоих игроков сейчас есть по одному бару. Не очень они любят его использовать. Это у нас... другая Айви, это не Рентао. Он не очень любит использовать бар, как мы видим. Там второй хай. И Руфа забирает еще один раунд. Что же будет дальше? Сможет ли он забрать еще? Неплохой лоу, который я отожрал очень много-много. Тех крауч очень неплохой от Руфца, который выводит на камбулю. И Фолк отжирает лежа штуку, которую не должен жрать никогда. И пока Айви чарже, Руфус зонит ее. Не может. Не знает, что делать против зонинга сейчас почему-то Фолка. Несмотря на то, что его персонаж, собственно, и изобрел зонинг в этой игре. Он-то должен знать, как с этим бороться и как это использовать. Unblockable, куча дамага. Soul Charge от атаки. Guard Break, очень много чип демеджа. Бомба, конец. Конец этого раунда, конец этого боя. Руфа забирает первый бой. Ему нужно выиграть еще один. Если Фолк сейчас проиграет, он упадет в лузера. Так. Бросочек. Неплохой дамачок сейчас демонстрирует Руфус. Продолжает миксить очень уверенно, но запарывает комбу, которая бы выиграла ему сейчас этот раунд. Посмотрим, сможет ли Фолка сейчас камбэкнуться и выкинуть его с арены. Чуть сам не улетает сейчас Руфус. Могла эта ошибка стоить ему жизни. Очень аккуратно сейчас пытался играть Фолка. Не получилось у него. Все-таки слишком большой хп-лид был у Руфуса. О, я думаю, это можно было как-то запанишить и посерьезней. Плохо панишит Фолка у нас Руфуса. И это рингаут? Нет, это еще не рингаут. А было бы, конечно, приятно Фолка с рингаутом Руфуса. Очень хорошо прессит Руфус в углу, но ситуация кардинально меняется буквально за секунду. И теперь уже и чуть не влетает в unblockable сейчас Руфус. Миксап из телепорта, и Руфус забирает еще один раунд. Он находится сейчас на матч-поинте. Если он заберет этот раунд, он продвинется дальше в финал. Виннеров перепрыгивает бросок сейчас Руфус. Кстати, да, очень мало его делает сейчас Айви почему-то. Бомба, дамачок. О! Айви использует. И это блокируется, это паниш.
Руфус запарывает камбу, к сожалению, не удается. Изак парывает еще одну камбу. Не панишит очень... Все, вот...